Я Субер, это будет обзор на хомячка с клеткой и прибамбасами. В первой части, значит, был тут минимализм, кормушка была и вот это колесо крутящееся, значит, какое-то, которое бегает. И все. А сейчас много чего изменилось. Я добавил ему салфетки, чтобы он бегал. Пока опилок нету, то есть ему нужно опилки вот сюда ложить и заменять ее. Ну, пока без опилок, пока салфетками, потом, может быть, куплю. Значит, у него тут много чего изменилось. Добавил, значит, вода. Я сюда наливаю питьевую воду, 5-литровую, которую сами мы пьем, люди. Для него налил. Он сам бьет иногда, так, разлизнет и все. Опа, смотрите, он поверху ходит. Вообще красавчик. Может бегать поверху. Значит, еще я вот этот банку вот эту прозрачную, ее скотчем заклеил, типа домик. Ой, упал, ну ладно. И еще есть минеральный камень. Вот такой я купил. Он его грызет. Смотрите, Кеша называется. Минеральный камень для грызунов. Значит, вот такой камень. Тут внутри ничего нет, это пустая коробка. Вот, просто вон, минеральный камень лежит, вот видите. Значит, он его грызет. Ну, еще что. У него теперь есть корм. Вот такой. Корм Яшка покупал за 400 тенге. Основной корм для хомяков. Витамины плюс. Тут, значит, ему сбалансирует питание. Полномерный корм. 450 грамм. Ну, различные витамины. И тут сам грызун нарисован. Значит, он это ест, этот корм. Ой, грызет клетку, хочет освободиться. Ладно, вот видите, вот этот коричневый, это еда его. И еще я сюда положил арахис. И хлеб, кусочек маленький хлеб, застывший. И огурец. Вот. И еще у него есть шарик. Сейчас я вам покажу. Шарик обычный. Сейчас. Вот. Шарик. Внутри была игрушка, вот эти, которые 50 деньги ложите и вот так крутите. Оттуда выходит такая. Это можно открыть, и там внутри игрушка. Игрушка выпала у меня вот такая. Я ее, думаю, не надо внутрь ложить. Ну, в принципе, этот шарик не может на две части разделить. Вот такая девчачья игрушка. Для смартфона можно или для сотки вот так поставить, как брелок для сотки. Вот, я не знаю, это, по-моему, китайский или японский из мультика какого-то. Ну, я не знаю, кому-то, да, может быть. Вот, значит, тут что еще? Ну, я салфетки ставлю. Еще я ему купил прогулочный шар. Вот. Прогулочный шар, то есть можно его теперь на улицу вытаскивать. Вот сюда его ложите, и он, то есть, на улице бегает. И еще не надо мыть саму прогулочный шар, потому что он будет потом вонять. Вот, не забывать мыть. Значит, тут есть отверстие же для воздуха, чтобы он дышал, конечно же. Как он там сдохнет же без воздуха. И еще что? Еще там один в комментариях писал, что... что на полу, не, это не на полу, пол вот тут, вот пол, а я его храню на диване, то есть хомячок всегда возле меня, когда я сплю даже. Сейчас я камеру протру, думаю, все нормально, да? Да, должно быть все окей. Значит, вот он в коробке живет, вот такой, то есть я клетку сюда ложу, тут шарик просто лежит, потом перчатки зимние, я с ними играюсь иногда, с перчатками. Значит, еще что? Еще, по-моему, все. То есть прогулочный шар, вот это, вот, водяная, это, воду, которую чтобы он пил, корм и, как бы, по-моему, все. Да, по-моему, все. Ну, можно вытащить хомячка, я его покажу, давайте. Если вы хотите посмотреть его фотки, вы можете, вот тут где-то вот тут будет ссылка в ВКонтакте, там я картинки сделал про хомячка. Ну, давайте я поймаю. Опа. Значит, хомячок. Сирийский. Порода. У него одной лапки нету, видите. Вот. Значит, хомячок такой милый. Ми-ми-ми. Бегает. Гуляет. Давайте споймаем. Значит, он хороший, нежный. Дружелюбный, можно сказать. И еще не убегает с рук, в принципе, далеко не убегает. Можно еще вот это на коробке сделать лабиринт, чтобы он поиграл. Но пока я не хочу ему делать. А то может коробку разорвать и убежать. То есть он еще настолько умен, смотрите.
Он может через маленькую эту дырочку пролезть. Сейчас я вам покажу. Ну, по-моему, он потолстел немножко. Иногда все-таки люди тоже толстеют. Давай. Не надо залезать. Ого, пролез. Давайте его. Вот где-то тут он бегает. А, вот он. Убегает иногда. Ладно, я его положу обратно в клетку. Тогда ладно, буду заканчивать обзор. Я специально для обзора еще помыл эту клетку, чтобы не грязная была. Вот. Ну там еще арахис лежит. Ну ладно. Думаю, на этом буду заканчивать. То есть много чего прикупил. И еще будут новые фотки про хомячка. Ладно, с вами был я, Супер. Всем удачи. Ладно, и пока.